Друзья, всем огромный привет! Сегодняшнее видео будет посвящено написанию трейлерной музыки для Audio Jungle и аналогичных стоков. Сейчас мы послушаем с вами трек и, как всегда, пробежимся по его составляющим. Я подложил сюда видео из Call of Duty. Тут никакого синхрона нет. Это просто подложка, чтобы не было скучно смотреть на этот голый разноцветный проект. Все, что коричневое, это удары и различная перкуссия. Начинается трек с классического саб-бума. Это из AV Instinct и Boom Library. Ролл из 8 Дио Маджестика. Это точно такой же ролл. Дальше. Удары. AV Instinct. Маджестика Драмс. 8 Дио. Дэмэдж второй. Strike Force. Damage 2. Shaker. И тамбурин.
Это все, что касается ударки и перкуссии. Дальше. Начинается у нас трек с пиано. Саб-удар и пиано. Пиано от Keyscape с пресетом Dark Score. Тут точно такое же пиано. Дальше. В начале идет бас оркестровый. В данном патче можно включать и выключать различные пресеты. Если их отключить, соответственно, уменьшается количество затрачиваемой памяти, что очень удобно. Дальше. Виолончели. Вступает тоже сначала от той же фирмы, от Audio Imperium. Скрипочки. Тоже Audio Imperium. Еще одни. Тоже Audio Imperium. Тоже Audio Imperium. Виолы. Тоже Audio Imperium. Это все Audio Imperium. Виолончели, соответственно, и такой же стаккатный пресет на басу. Трубы. Низкие трубы от Trailer Brass. Синтовый бас от Атлантики. Брас, синтовый брас. Дальше. Горны. Маджестика. Еще один горн. От Джанки Экселя. Еще один горн. От Сайн Брас. И тромбоны. Тромбоны от Trailer Brass. Так, едем дальше. В конце у нас вступает вокал. Точнее, хор. Хор от Performance Samples. Мелодия на скрипке. Мелодия на серуме. Пэды. Ау Инстинкт. Серум. Данный пресет от Алексея Юхневича. Крутой мужик. Крэш. Оркестровый. Это 8 Дио. Я их просто отрендерил. Маджестика. Джиггернаут. White Noise. Так. Едем дальше. Синим у нас выделены различные райзеры. Понятно. Райзер, 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 райзер. А здесь что у нас? Тоже райзер контактовский от Ryzen Heat. Еще райзеры, длинный райзер от Keep Forest. Здесь даунер.
Еще один даунер. Вот Ава Инстинкт. Дальше. Различные пульсы. Зебра. Это Метрополис Арк, первый бас. Пульс. От Кип Фореста. Различные плаки по каналам. Тоже от Кип Фореста. Еще один плак по центру. И в финале у нас идет тоже пульс, чтобы немножко разогнать финалочку. Вот такие инструменты были использованы, такой получился трек. Спасибо за просмотр, не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Всем жму руку, всем пока!